прекрасный горячительный напиток для холодного вечера. Он скрасит любую прогулку или ужин своим неповторимым ароматом специй. Ароматный напиток для осеннего вечера. Есть маленькая хитрость. Перед подачей вкуснейшего напитка необходимо подогреть стеклянные кружки до приемлемой температуры и сразу же перелить в них глинтвейн. Так вы дольше сможете наслаждаться теплым напитком. Познакомьтесь с советами, как приготовить глинтвейн по классическому рецепту и приятного аппетита. Досмотришь инвида и я предложу записать список ингредиентов. Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Вино столовое красное, 750 мл. Вода, 100 мл. Сахар, 100 мл. Гвоздика целая, 2 штуки. Палочка корицы, 2 штуки. Апельсин, 1 штука. Количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!